Щелкове действует муниципальная программа восстановления и реабилитации водных ресурсов. Привести малые водоемы в порядок – такую задачу поставил перед профильными подразделениями администрации глава округа Андрей Пулгаков. На этой неделе работы начались в Гребнево, где есть небольшой пруд площадью чуть больше 1000 квадратных метров. В течение двух недель, от сегодняшнего дня, может быть, трех, то есть фактически до конца ноября данный водный объект будет восстановлен. Полностью, практически в первозданном виде, как он был, да. То есть будет очищена полностью водная гладь, будет очищена береговая линия и будет высажена по берегам, как многолетний газон, да, чтобы поддерживать берега. Сейчас пруд выглядит очень неприглядно. Это резко контрастирует со всем окружающим пространством и с самой улицей, которая называется Мещанская. Вокруг пруда дома частного сектора. По улице проходит пассажирский транспорт. На остановке нам удалось спросить мнение местных жителей о том, насколько важны для них проводимые здесь санитарные работы по очистке водоема. Я думаю, что какой-то первый шаг и основной он уже сделан. Там действительно весной будет ясно, если будет... такая зима снежная, и когда все это будет таять, как оно здесь будет разливаться. Вдоль пруда предстоит очистить и береговую линию, заново провести ее формирование, укрепить посевом трав. Организация, которая проводит работы, это общество с ограниченной ответственностью экологии прудов. Она стала победителем открытого аукциона. Ориентировочная сумма составляет 1,5 миллиона, в которую вошло... Два адреса, два пруда, которые будут чиститься. Для жителей что могу сказать, что даже в такой тяжелый момент пандемии работы идут для того, чтобы жители могли выходить, отдыхать, радовать глаз, тем более рядом с великолепной восстанавливаемой Гребневской усадьбой. В муниципалитете восстановление водоемов, нуждающихся в экологической очистке, очень важная задача. Администрации округа она включена в долговременный план действий. До конца года, помимо пруда в Гребнево, санитарная очистка будет произведена на еще одном водоеме в деревне Корякино. Работы там начнутся через 3 недели. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.